Южная Корея отметили Наурыз. В маленьком городке Йонсан собрались работающие там казахстанцы. На мероприятии и побывал наш корреспондент Владислав Цой. В кафе «Ширайла Шымкент» многолюдно, ведь это единственное на всю провинцию Южный Кёнсан заведение, где можно попробовать казахские национальные блюда. Поэтому сюда приезжают казахстанцы из соседних сел. В 50 километрах отсюда город Тегу, очаг коронавируса. К счастью, до Йонсана COVID-19 не добрался, но у каждого посетителя у входа замеряют температуру и даже дезинфицируют микрофоны, которыми пользовались гости. Хозяева кафе, супруги Чой Йонджу и Сауле Кусахаева, угощали всех посетителей наурыз-коже и баурсаками. Ведь благодаря тем, кто любит казахскую национальную кухню, в непростой коронавирусный период их заведение работало. Из-за вспышки коронавируса в данное время все владельцы кафе испытывают трудности. Но у нас были клиенты. Сегодня мы подготовились к празднику. Я слышал, что Наурыз – это казахский Новый год. Поздравляю казахстанцев. Сейчас весь мир испытывает трудности из-за коронавируса. И я желаю, чтобы мы вместе все преодолели и встретились друг с другом здоровыми. Население Йонсана 5500 человек. Кроме того, здесь проживают около 400 мигрантов. Казахстанцы стараются жить и работать вместе. Наурыз, как и другие праздники, они отметили без спиртного, придерживаются канонов ислама и на чужбине демонстрируют свое искусство. Конечно, очень скучаем по дому. Словами это не передать. Но здесь нам удобно в плане работы. В Наурыз казахстанские мигранты пожелали землякам достатка, а себе заработка и скорого возвращения на родину. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.